И я вас всех приветствую. Сегодня у нас будет простое видео, связано с таймером. Бывает такое, что тебе нужно установить таймер, допустим, на стрим до момента какого-то розыгрыша, или ты хочешь устроить какой-то марафон, там стрим 12-24 часа. В общем, нужен таймер на стрим. Соответственно, для этого тебе понадобится программа OBS, желательно последней версии, потому что, ну, в ней стоит такая функция. Вот, и все, что тебе нужно сделать, я тебе сейчас детально все покажу. Тут тебе нужно будет... делать, чтобы... Сейчас удалю все с нуля и покажу. То есть первое, что нужно сделать, это создать, соответственно, тебе текст, выбрать любой шрифт, пускай у меня будет стандартный Arial. И теперь заходим в скрипты. Здесь нужно нам добавить вот этот плагин, который ты сейчас видишь. И, соответственно, вот здесь вот время, это сколько минут будет таймер. Вот этот текст, который будет по окончанию таймера выводиться. Его можно убрать, если ничего не надо, чтобы выводилось. И, соответственно, выбираем сам шрифт, который мы поставили в источниках. Все, закрываем, и, как ты видишь, таймер идет. Допустим, надо обнулить, то есть, чтобы он с самого начала, с 5 минут начал отсчет. Закрываем. Открываем, работает. То есть вот такой вот удобный способ, я думаю, что он тебе поможет. И если я тебе помог разобраться с тем, как тебе сделать таймер на стрим, то почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал. Увидимся!